Добрый день, уважаемые зрители! На строительной площадке растаял снег, и мы рады сообщить, что проведение работ продолжается в соответствии с намеченным планом. Сейчас выполняются работы по заливке подбетонки. И как только бетон достигнет необходимой прочности, продолжится дальнейшее возведение фундамента до нулевой отметки, на которой впоследствии будет установлен каркас здания. Работы предстоит еще много, но главное, зимний сезон прошел, снег растаял, и этот факт говорит о переходе к более динамичной деятельности на стройке. Теперь строители смогут выполнять полный спектр работ по возведению ПКТБ. Также недавно была проведена налоговая проверка компании «Савелмаш», по итогу которой нарушений не было выявлено. Следите за выходом новых видеороликов о последних событиях проекта «Савелмаш». До новых встреч!